На очередной встрече с жителями присутствовали руководители основных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. И слова благодарности тем, кто передал свои вопросы, но не смог прийти. В начале беседы медики рассказали о работе своих организаций. Бутай Бутаев отметил взаимодействие всех медицинских учреждений в муниципалитете. У нас подписан договор, которого не было никогда. Договор о взаимодействии перинатального центра Видненской клинической больницы, в рамках которого, значит, мы предоставляем, значит, специалистов друг другу для проведения полноценной, значит, законной консультации. Со всеми заключениями и так далее. Светлана Тимохина узнала о встрече из газеты «Видновские вести». Пришла с вопросом по льготному обеспечению лекарствами. Я с августа месяца одно лекарство не получаю. Я хотела бы узнать, в чем причина. К медикам не приходили, не обращались? Почему? Обращалась к медикам, да, конечно, хожу. Мне обещают лекарства, но пока нету. Главное преимущество таких встреч – это формат диалога. Руководителям медицинских учреждений можно напрямую рассказать о проблеме и быстрее найти решение общими силами. Я оформляю маме инвалидность уже 3 месяца, и как бы конца этому не видно. На часть вопросов врачи постарались ответить во время беседы, а отдельные были взяты на контроль. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.